Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, и это игра «Космические рейнджеры. Наследие». Так, в этом выпуске мы продолжим уничтожение командных центров доминаторов. Собственно, командных центров осталось два, киллера мы уже уничтожили. Ну а в этом видео попытаемся добить остальных. Собственно, система та же, Кайо. Вот. Мезартим. Вот, летим именно в эту систему. Ну так вот, да, серьезный перелет. И вот мы только появились здесь, и нас сразу же начинает атаковать. О, самый интересный, Террон. Ну, похож на такой вот мяч, да, по сути, как FIFA 2000... Нет, 3370. Так, сканирование, да, посмотрим, давайте его поближе. Вот такой вот интересный шарик. Какие-то... То ли манипуляторы, то ли какие-то антенны. Непонятно, что это такое. И какие-то иллюминаторы. Так, опять же, пиратов 2600 уничтожил, понятно. Ну, давайте с ним, так сказать, побеседуем. Идентификация завершена. Объект Винсент не принадлежит моему виду. Присвоенный приоритет минимальный. Собственно, а ты кто? Я управляющий серия Террон номер... Решетка 0. Так это ты сидишь на планете и управляешь всеми Терранами? Ты с нами воюешь? Ваши выводы нелогичны. Во-первых, я и есть планета. Вот так вот интересно. Во-вторых, я не воюю. Я управляющий, занимаюсь главным делом. Каким еще делом? Главное дело это размножение и экспансия терраноидов. Размножение? Я преобразую с помощью нанотехнологий все объекты, живые и неживые, в элементы моего тела и тел моих подчиненных. Ну и зачем все это надо? Конечная цель — преобразовать всю материю во Вселенной. И как успехи? Я уже превратил в свое тело все вещество этой планеты. Вы задаете слишком много вопросов для объекта с минимальным приоритетом. Оставайтесь на месте, я преобразую вас. О, а вот здесь вот есть сейчас, смотрите, на выбор, да? Преобразование — цель моей жизни. Что мне сделать, чтобы стать доминатором? Вот, раз, вот такой момент. Террон, у меня есть для тебя ценная информация. Вот, что же такое вот нажмем? А вот давайте, знаете что, попробуем нажимать информацию, да? Или все-таки доминатором стать? А? Давайте с информации начнем. Вот. Я не принимаю данных от тех, кто не принадлежит к моему виду. Вас нужно преобразовать в одного из нас. Значит, технология по преобразованию звезд тебя не интересует? Меня интересует все, что можно преобразовать. Требуются данные. Передаю тебе технологию Энерготрон. Это величайшая разработка по преобразованию энергии в материю. Данные получены. Приоритет преобразования звезды максимальный. Расчетное время 112 ГС. Оставайтесь на месте, ожидайте конца преобразования. 9,2. Средняя продолжительность жизни нашего вида 9,2. Биологический организм не может прожить 1000 лет. А, ну ладно, преобразовывай, у меня дел своих полно. Пенсик. Итак, чем же все закончится? Оп. Вам следует явиться на какую-то ближайшую базу. Но для начала давайте уничтожим все-таки вот этих вот чудиков, которые мне мешают. Да, сейчас мы их уничтожим и затем уже полетим на базу, посмотрим, что там будет дальше. А. Вообще, как-то тоже, да, он не уничтожился, этот центр. Куда-то просто улетел. А, я понял, он летит на звезду и теперь там, наверное, сейчас будет коптиться, да, потихонечку. Надо подлететь, наверное, ближе. О, все, есть. Так и было, да, он подлетел на звезду, видимо, и там сгорел. По нашим подсчетам, Террон сможет выдержать жар звезды до 1-2 тысяч... Наверное, как бы световых лет, наверное, или как это, СС, ну, в общем, непонятно по дате. После этого все активные детали доминатора расплавятся. Терраноиды тоже приступают к переработке звезды и больше не самовоспроизводятся. Вот так вот. Смотрение порядка в системах. Короче, обманули такого вот серьезного доминатора, да, целую планету доминатора. Обманули, сказали, что можно преобразовать вообще целую звезду. И он туда полетел.
Вот мне интересно, можно было бы преобразоваться в доминатора и чем бы тогда бы все закончилось? О, откуда это они взялись? Прилетели что ли из других систем? Не пойму. То есть, то нет, как-то странно. Ладно, все, очистили мы здесь. Летим на ближайшую планету. Отлично, так. Форсаж отключен, потому как двигатель поврежден. Причем детали, вот все вот эти вот двигатель, там все, что есть как бы на корабле, повреждается, когда корабль получает повреждение. Так, нам предоставили микромодуль Хокус. Ну, довольно-таки интересный, да, первой степени, во всяком случае. Давайте посмотрим, что это за микромодуль такой. Так, надо было другое посмотреть, ну да ладно. Мощность захвата 150 единиц. Ну, как бы да. Сейчас вообще не актуален. Так, вылетаем. Вылетаем. Вот, искать последнего доминатора. Так, где же он спрятался? Угу. Ай, надо было отремонтироваться. Ну да ладно, сейчас отремонтируется со временем сам корабль. Просто что времени может да не хватить на полный ремонт. Так, вот они летят к нам, наши друзья. Особенно Блазер. Ну, Блазер здесь в виде такого вот кубика. А именно даже из четырех. А получается 8 кубов, да? Давайте сканирование нажмем, посмотрим. Так, вот такой вот энергетический куб. Вот серьезный. Ну и давайте начнем диалог. Объект идентифицирован как враг. Вот и все. Стоп-стоп, мы можем просто поговорить. Конечно же, откуда ты знаешь? На самом деле я хочу сообщить тебе нечто, что поможет достичь великой цели. Кстати, в чем оно заключается? Абсолютная победа. Вот. Расы не стремятся к войне. Мы не враги, мы просто другие. К моей серии есть враг. Я могу доказать обратное. Это аксиома, ее бессмысленно обсуждать. Так ты из-за своей аксиомы хочешь уничтожить все формы разума во вселенной? Именно так. Я должен донести войну до логического конца. Вот и все. Только так можно быть гарантирована абсолютная победа. Вселенная бесконечна, ты не сможешь достичь своей великой цели. У меня есть новая боевая программа, которая позволит тебе быстро добиться победы. Приготовься к загрузке, Блазер. Стоп, что ты хочешь взамен? Вот так вот, это интересно. Знак уважения к великому воину, непобедимому Блазеру. Давайте нажмем, чтобы он нас не убил. Ни сейчас, ни потом, да? Оп. Это невозможно, ты враг. Если, значит, я уже не враг. Это звучит логично. Загружай свою программу. Противодействие. Прощай, Блазер, ты был отличный воин. Жаль только, что двинулся немного. Но я тут ни при чем. Включена система самоуничтожения. Ты неверно загрузил программу. Ты что? Теперь ты защитник системы. Вот так вот. Для получения следуй на ближайшую планету. Пинск. Задача выполнена. Совершаю посадку на планету Ругнат-Кри. Приземляйся. Тебе требуется ремонт. Межзвездная коалиция о тебе позаботится. И отдай приказ нулевого уровня на самоуничтожение своим кораблям. Вот так вот. А ну-ка. На планету летит. Хоба! Все. Все корабли уничтожены. Так как был получен приказ нулевого уровня. Так. А ну-ка, летит наш Блазер. А мы давайте, знаете что, сядем на планету и посмотрим, там ли он сидит или нет. Бум, приземляется. Дезактивирован. Вы вошли в тесный контакт с доминатором и использовали программу противодействия. Попав в ловушку, безупречный механизм все-таки дал сбой и оказался на планете. Ну, давайте, наверное, все-таки сделаем пару скриншотиков. По сообщениям агентам коалиции, флот Блазера перестал существовать во всех системах из-за отсутствия сигнала с материнского сервера. Все блазероиды активировали функцию самоуничтожения. Вот и все.
Так, ну мы летим все-таки на планету, нам необходимо получить подтверждение об очистке системы. Ну и награду, соответственно. Пью! Прям вообще супер. Так, в смысле, конкурс боевых татуировок. Я систему очистил. Ну так вот, злодеи. Вот наш блазер тут вот сидит, да, прям прокручивается. Вот, на планете. Там показали, что он вроде как возле озера приземляется, а здесь он прям прокручивается. Ну да ладно. Главное, что он есть, и это хорошо. Кстати, нажать на него можно, выйти на связь. Они не хочет там с нами разговаривать, но ничего страшного. А давайте посмотрим, что нам дадут теперь в центре рейнджеров. Оп-пам-пам-пам-пам-парам. Ближайший центр рейнджеров. Ну, ближайший, как бы, тот же, который был. Вот сюда вот мы попробуем прибыть. Опять забыл отремонтировать корабль. Так. Форсаж отключен. Наверное, и сам мощный этот артефакт повредился настолько, что не смог себя восстановить. Так. Центр рейнджеров. Веселый монах. Так, это веселый монах Мицне. Да? Так, по-моему, оно называется. Ну, ладно. Поздравляем, Винсент, доминатор Блазер деактивирован. Отлично. Ну, еще один, как бы, Террен повержен. Ну, все, супер, отлично, да. Обязанности рейнджера. Ну, понятно, что-то делать. Так. То есть, в принципе, вроде как игра пройдена уже, да, но как будто бы чего-то не хватает. Вот. Не дали какого-то супер-пупер мега крутого корабля нам тут, да, там, ну, вот, такого плана что-то не хватает. Хотя, в принципе, и так корабль, да, там, довольно-таки серьезный. Но хотелось бы там что-то необычного такого. Такс. Ну, осталось только открыть пару систем, и если в них кто-то еще есть, то очистить. Ну что ж, друзья, полагаю, это одно из последних видео. Возможно, будет еще. В плане системы там пооткрываю. Посмотрим, что там да как. Ну, а пока на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых видео.